небесных морю тебя тянет загорать. Скоро время придет визы собирать. Прибалтийский курорт, Черноморский пляж. Поглядишь, что за черт, а вот уже не наш. Неплохо очень собрать, да. А к морю хочешь, лети в Магадан. Шутка. Пока, шутка. Это, я говорю, кого, когда, кого-то утром рано, кого-то вечером, кого-то днем, но приглашают нас телеэкраны и говорят, давайте отдохнем. А мне ничего себе не до шуток, от их кадров разве отдохнешь? На прелести этих валютных проституток насмотрись. И ночью не уснешь. Ну что это такое в самом деле? Не успеваешь дух привести. Стреляют, режут, валют на постели. И под фанфары прямо. Господи, прости. И сейчас такая гласность навалилась. Все на экранах холы подряд. Да раньше нам такое и не снилось, что нынче девки, мальчики творят. Поэтому вы мне поймете, да ну их всех, гори они огнем, уж лучше мне подохнуть на болоте. Вот, а говорят, давайте отдохнем. У тебя персональный оклад, потому что ты попал в аппарат. Есть машина и дом, ну и дача при том, на высоком берегу, на крутом. Целый день я стою за станком, а ты дремать приезжаешь в обком. Словно я на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. А нашему любезному родному аппарату, как самому полезному, прибавили зарплату. Как бы мы ни бегали, как бы ни старались, а ваши привилегии и были и остались. Так что мы на одном, ну а вы на другом, на высоком берегу и на крутом. Так что мы на одном, ну а вы на другом, на высоком берегу и на крутом. Я о море не вздыхаю, скромно, как и все. Я на речке отдыхаю, в средней полосе. Просыпаюсь утром рано, я на берегу. Правда, в речке не купаюсь, шкуру берегу. И напрасно тратить нервы мне не по нутру. Я сюда с собой консервы рыбные беру. Может, рыбу употребляет тот, кто очень смел. А я вам честно заявляю, я ухунел. Передохла в речке рыба, сохнут камыши. Ну, кому сказать спасибо от всей души? Может, хоть где-то близко я его зову. Приходи сюда, редиска, я тебе пасть порву. Стёб кругом застивали нас,
застивал местком, застивал Гургас, застивал Минхим, застивал Минпрод, застивал Минфин, застивал Минвод. Гдлен и немножко спит, и куда ни гдлянь, всюду Стёп стоит. Наточу топор, замастырю гроб, застивал в упор Россию, разрешите мне уважаемые товарищи, уважаемые гости, уважаемый господин президент США, уважаемая госпожа президент США, и примкнувшая к ним госпожа Индира Гандина, простите, не могу, сори. Не могу сориентироваться. А вот хочу прямо сказать, что за истекший период в игровом эротическом кино сделано немало. Это нельзя не признать. Если раньше в годы застоя эротика имела место только в быту, на работе... Ого! Что-то я не помню такого. То теперь она сисью масиськи систематически. От слова система. Что, я не вижу, что ли? Ну, не знаю. Я вижу, что я дурак, что ли. Сказать-то я не могу. В общем, регулярно появляется на голубых. Ого. Главное, на голубых. Они что, исключение, что ли? Они что, лучше нас, что ли? А на голубых экранах. I'm sorry. Ой.
эротика пришла в дом, следует отметить, что ее появление в доме производит неизгладимое впечатление и вызывает чувство глубокого удовлетворения. Что-то я и этого не помню. Нельзя без волнения смотреть, как нам то тут, то там показывают голую. Ого. Голую. Жесткую правду. Но есть и недостатки, о которых с полной откровенностью следует поговорить. Что-то по кругу пошел. Кто здесь по кругу написал? Один из главных пунктов нашего доклада. Аплодисменты. Аплодисменты. Так всего 5. На складе надо было взять. Ну ладно. А вот нельзя не видеть, что иной раз под видом эротики с ее непокобелимой сущностью показывают то, что сосиси сраные. Социалистические страны. Что, я дурак, что ли? Я вижу, что социалистические страны. Ну, не знаю. Сказать-то не могу. В общем, показывают то, что не могут показывать трудящимся социалистических стран. Не отходя от идеалов социализма. Это во многом очернение, оплевывание и охаевоевание. Спасибо за внимание.